Семья и друзья, учителя и школьники, односельчане. Возле школы, где учился Алексей Королев. Здесь же увековечена память геройски погибшего воина. Алексей, мужественный человек, успел послужить в Севастополе в очень серьезном подразделении. Успел послужить в Чите, связал свою жизнь с вооруженными силами Российской Федерации. Но не только стремился служить, но и его пытливый ум продолжал стремиться к совершенствованию. Он учился заочно в институте, продолжал свое гражданское образование. Алексей Королев родился в 1993 году в поселке Новый Раздел Почепского района. После 9 классов Семицкой школы закончил Трубчевский техникум на ветврача. Вы знаете, Алексей – это человек, за которого можно было именно равняться, как на мальчика, очень трудолюбивый. Он очень любил маму, очень. Он всегда старался ей во всем помочь. Я все время говорю, Алексей в переводе – это защитник. И вот он, на самом деле, мы, наверное, защитником своей мамы. Мама всегда ждала его, всегда-всегда. И когда он учился, и когда он служил, и когда он в отпуск приезжает, он никогда не сидел на месте спокойно. Он всегда во всем помогал. Даже вот мне надо было помочь. Он обязательно придет. В семье Алексей был младшим из трех братьев. Старшие стали офицерами. Не миновала карьера военного и Алексея Королева, хотя его гражданская профессия – ветеринар. Он, когда закончил школу, я учитель химии и биологии, он учил биологию, любил биологию. Потом поступил на ветврача. После школы он все равно общался с учителями. Он, когда встретится, он всегда спросит, как дела, как здоровье. И всегда улыбался. Затем срочная служба на десантно-штурмовом крейсере. Дважды побывал в Сирии. После служба по контракту в Чите. А с февраля 2002-го Алексей Королев – участник специальной военной операции на Украине. За год успел не раз отличиться. Это он отличился, когда спасал командира взвода. Командиру взвода прапорщику руку оторвало, и он ввел свой антидот, которые им выдают, и вытащит с поля боя. А вот бой, который произошел в конце января 2023-го, оказался для Алексея Королева последним. Уважаемые земляки, уважаемые жители села Семец, педагоги, все знакомые, родственники, друзья, спасибо вам большое, что вы пришли, как говорится. Хочется, чтобы это все прекратилось. К памятной доске Алексея Королева легли алые гвоздики, а торжественный митинг завершился минутой молчания. Память о погибшем Алексее Викторовиче Королеве, в небо запускаются белые шары. Алексей Есипенко, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков, Почепский район.